Друзья, ну вот покажу, как работает штиль, троечка, триммер. Если вовремя косить, вот 27 дней второй раз, вот смотрите, как ровненько, красиво, да? Ровненько, красиво. Тем более ответственное место вокруг класса по периметру. Там вот получается так 12 метров, 12 соток по периметру. Ну и здесь вот 3 сотки еще себе нашел. Добить до нормы, до 15. И там еще на бис к кабинету 2.0. Так что 15 соток по-любому уже прошел до обеда. Триммер, троечка, штиль 250, 11 июня. Вот сейчас покажу, если вовремя косить, какая травка хорошая. Я хотел что показать? Техника покоса какая? Ну, все-таки клевер, пырей не под корень, а получается сверху надо макухи сбивать и как бы сверху получается косить, а потом уже подчищать. Ну все, зачет. 15 соток прошел до обеда. А сейчас вот вчерашнее доделаю. Здесь окна придумали мы. Щит прикрывать, потому что здесь окол. Ну все, и будет зачет 17 июня, помогай Бог. Заказы плюс 7 924 123 24 44. Стороженко Владимир, телеграм, ватсап, все отчеты на YouTube канале Стороженко Владимир.